И пусть пока погода не может порадовать нас настоящей зимой, это никак не может повлиять на новогоднее настроение бобручан. Снежинки, новогодние шары и светодиодов. Весь город буквально засиял праздничной иллюминацией. Гирлянды, растяжки, подсвеченные здания и деревья, сверкающие убранство в этом году отмечены как самые дорогие и яркие. Улицы, парки, скверы и прилегающие территории предприятий украсили нарядные лесные красавицы, достопримечательности городов мира, снеговики и символы Нового года. Есть у нас и своя Эйфелевая башня. Тракторы «Беларусь» стали ярче и красивее. Теперь при въезде в город со стороны областного центра гостей встречают новогодние зубры. В общем, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И многие бобручане согласятся с этим утверждением. Очень красиво. Мы пришли вот первый раз, мне очень понравилось, очень хорошо. Красиво, празднично, ярко. Новее, чем в прошлом году было, как-то интересней. Очень здорово, с каждым годом смотрю все что-то новое и новое. Вы знаете, великолепно, мне нравится. Настроение новогоднее. Вообще так, ну, дети, ежегодно объезд сделаем города, смотрим все елки в городе. Вот, сейчас как раз начали в этом году с главной елки. Нравится она из-за того, что она большая, красивая, ее хорошо украсили. Дополняют праздник фотозоны, спортивные состязания и многочисленные перформансы. От ледяных фигур до фаер-шоу в ближайшее время горожан ждет несколько дней настоящего волшебства. Главное действие новогодней ночи развернется по традиции на площади Ленина. Диджеи, художественные коллективы и сказочные герои будут поздравлять бобручан и гостей города. Организаторы обещают, праздник будет ярким. 1 января до 4 часов утра будут звучать музыкальные новогодние хиты. Увидеть новогоднюю иллюминацию можно ежедневно. Огни загораются после 5 вечера и горят до полуночи. И ее отключение запланировано лишь на середину января. Поэтому огни большого города будут нас радовать еще очень долго. Максим Кемель, Максим Галионко, Бобруйск 360.